А теперь я хочу вам представить автора из города Новосибирска, Татьяна Храмова. Первая песня написана на стихотворение ленинградской поэтессы Майи Борисовой и называется «Песенка». Неделю я не ела, неделю не пила, я милого неделю уже не видела. Ко мне он больше ни ногой, он, говорят, ушел к другой. Такие вот роскошные дела. Купил он гряд рубашку небесной красоты, и от него духами, говорят, несет за три версты. А это мне до лампочки. Пусть ходит к своей лапочке, таскает ей конфеты да цветы. А вот я заведу себе семь ласковых дружков, и с ними посещу я 17 кабаков. Пускай они напьются все, пускай передерутся все, люблю я посмотреть на дураков. А мне все мало-мало, налей еще хочу. Ой, мама, 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 не плачь, хохочу. Ой, мама, мама, мамочка, а мне бы мама молочка, а я сижу да горькую хлещу. Ой, мама, мама, мамочка, а мне бы мама молочка, а я сижу да горькую хлещу. Неделю я не ела, неделю не пила, я милого неделю уже не видела. Ко мне он больше ни ногой, он, говорят, ушел к другой. Ах, как я до сих пор не померла. Ко мне он больше ни ногой, он, говорят, ушел к другой. Ах, как я до сих пор не померла. Песня сосны. Я сосна, я золотая струна полна, я смоляного тепла и голубая волна. Высоких строгих небес моя подруга, я стрела. Я жду свою тетиву, зову, она не слышит меня. В сиянии светлого дня, во мраке полном чудес, мы друг без друга, я сосна. Я в землю вкопанный луч, я ключ, которым чья-то рука так далека и легка открыть дарованный клад не захотела я. Корнями пью этот свет, и след лишь он доходит до вас. Он светит вам и сейчас мотивы дивных баллад. Я вам напела, я сосна.
Спасибо. Татьяна, город Новосибирск.